В общем, рычат, но их не видно. Но их вроде начинает быть видно, да, когда, короче, в них уже попадаешь пулями. Вот. И поэтому сейчас вот мы их слышим, но... И, по-моему, здесь их двое. И я, значит, отчаянно стреляю. Отлично, один есть. Второй тоже есть. Ага. Так, а пушки ихние, что у меня не подбираются? Подожди, а почему я не могу их подавать? А, потому что у меня то оружие полное. Ну, то есть, типа, я отделался легким испугом. Да, это двинься. Стеллаж. Так, а здесь что? Я могу что-то купить, нет? Нет, ничего. Ладно, пошли дальше. Пересохрани меня для начала. Помогать, черт возьми, мы не можем их удержать. У меня своих проблем хватает. Так, ну хорошо, хорошо, спокойно, ребят. Опа. Хорошо. Ну здесь, блин, понимаешь, здесь... Ой-ё. Здесь сохраниться. Здесь сохраниться нельзя. Ха! Какой он самонадеянный, даже я. Точь-точь, как я сам. Аптечка, аптечка, дайте доползти. Дайте доползти до аптечки. Так. А бронежилет? Бронежилет мне нельзя дать? А? Ребят. Так, ну вот этот у меня еще вроде как много. Схватает у них тут странных вещей. Мне надо, чтобы меня... А, сохранились. О, слава богу. Хорошо. Так, ну здесь... Какой будет подобен? Дробовик мне не нужен. Этот пистолет мне тоже не нужен. А патроны можно мне взять? Патроны не дают. Карточку тоже подобрать не могу. Так...